Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин «Пневматики. Попади в 10.ру». Сегодня наш отстрел пистолета будет производиться именно с Вальтера ППС. То есть это традиционно наш отстрел каждой модели. Отстреливаем ее с 3 метров, просто так, чтобы посмотреть, насколько она точно бьет. То есть при достаточно быстром темпе стрельбы. В магазин заряжены шарики. Пистолет, соответственно, баллончик. Снял с предохранителя. Как вы видите, в тот момент, когда в пистолете заканчиваются шарики, он встает на затворную задержку. Модель очень мощная, то есть мы ее стреляли через хронограф, у нее скорость вылета шариков порядка 140 метров в секунду, то есть очень много. Спасибо за внимание, с вами был интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Подписывайтесь на наш канал на YouTube, будете получать свежие и полезные видеообзоры. Если вам понравился данный конкретный пистолет, то ссылка на него находится в окне с нашим видео. До свидания. De un grito de guerra. No hay nada que puedan hacer pa' contenerme. Le gusta que le guste, pues no tienen que quererme. Yo sigo alegre y no quieren creerme, ja. Qué tristeza, pues no voy a detenerme. Hoy esto empieza de adentro hacia afuera. Sigo gritándolo y la gente se altera. Levanto mi voz como si fuera bandera. Y esta canción va a ser mi grito de guerra.